очень много женщин являются, скажем так, ледобуром таким, ледоколом, она идет к своей цели, да, а мне встречника нет, поперечника нет, и сама уж себе я не рада. Ну окей, но ты сама ключевая здесь. Как это порешать? Порешать никак. А вот принимать то, что происходит, быть гибкой, но быть упругой. Вот этого, наверное, знаете, вот есть такой пример рапира. Рапира гнется как палец в одном направлении, вот в этом, в этой плоскости. А вот в этой она не гнется. И когда ты гибкая, но ты мгновенно возвращаешь свою форму, это и есть, наверное, идеал женскости.